Я снова горячо вас приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем играть. Что за херня? Откуда ты взялся вообще и налетел? А, это, наверное, все с той бучи, они летят на меня. Значит, мы продолжаем играть во что? А, Neverwinter Nights, Тени Андертайда, да, Андертайда. И тут у нас какая-то буча намечается. То есть я смотрю, там вот кобальды нейтрально настроенные, и тут, проклятый мамин, вы ходите и сражайтесь. Так, ладно, сохранимся. Ну, вообще, не знаю, что-то налетел на меня мужик какой-то. Хер бы с ним. Давайте смотреть, что здесь происходит, ё-моё. Ну что ты? Отходи. Мы научим вас, как нападать на нас. Ты чё, заклинило тебе? Во. Лодер-трактирщик, ну-ка. Итак... Чем могу служить? Вы только посмотрите, эти проклятые кобальды вломились сюда некоторое время назад. Хотели подраться, а теперь забаррикадировались на кухне. А тогда почему вам не прикончить их? Это не так просто. Они взяли мою кухарку в заложники. Если мы попытаемся прорваться за баррикаду, они наверняка убьют Мару. Это ведь будет плохо, если вы потеряете кухарку. Так. А скажите, почему это мне нужно беспокоиться и помогать вам? Почему вы? Поверить не могу, что слышу это. Вы же учитесь у Дрогона, разве нет? Дроган бы помог нам, не задумываясь. Если вы заметили, Дрогона здесь нет. Да уж, это трудно не заметить. Меня тошнит от одной мысли о том, что этот маг взял вас в ученики. У вас вообще совести нет, что ли? Так. С другой стороны, если подумать, можно ведь помочь кобальдам. Что? Да как вы смеете? Убирайтесь из моей таверны, сию же минуту, убирайтесь. Итак, чем могу служить? А, тогда уходите, если не собираетесь помогать вам. Мы дождемся кого-нибудь, кто на это способен. Да, блядь. Достали. Стой! Я все равно за тебя доберусь! Пришлось помочь. Я сражаюсь во имя гармонии! Ой, меня уже подранили. Ничего тебе не делал. Ай-яй-яй. Да ты чё тупишь-то? Бей его, бей! Ну бей кого можешь достать, ёб твою мать. Блин, ну сейчас меня кончат. Да. Так, загрузить. Блин. Слушайте, кобальды жесткие, они там не только меня замочили, еще и остальных. Так, значит, чего? А если просто сломать и начать драться? Кухарку убили, да хер на нее на эту кухарку. Это Хурк, наверное, был жесткий парень. Вот меня окружили уже. Хурка мочи. А может быть, реально можно было поговорить? А, сейчас меня... Ну, с гоблинами. Типа, вдруг на их сторону можно было встать. Блин, ну опять меня сейчас... Захерачит. Ну, давай, давай. Хорошо. Ну что, довольны? Я все сделал. Да уйди, пожалуйста, дура. Ну, отлично, встала тут. Наконец-то. А что, он не хочет говорить? Блин, наверное, никак... Ну-ка, а что здесь? Кобальды в кухне. А, группа кобальдов, которая атаковала таверну Бурлящий Котел, запрыгнула с кухаркой таверны Мары в качестве заложницы. Мара погибла в битве. А, и все, да? Квест завершен. Итак, а, вот. Чем могу служить? Что ж, все кобальды мертвы, по крайней мере, с этим покончено. Ужасно, что Мара умерла. Как бы мне не хотелось, чтобы все было иначе. Странно будет снова открывать таверну без нее. Вообще похеру. Может, перебить их всех? Опыт как-никак. Ух ты, кинжал какой-то крутой. Кинжал не определено, надо будет определить потом. Ну, я как говорю, мы уходить будем. Я тут ягоды какие-то. Нам надо качать персонажа, потому что здесь мы играем чуть ли с первого уровня. Да, мы с первого уровня играем. И слабый, слабый у нас варвар. Мясцо. Так, я не хочу, значит, тратить зелье на восстановление и аптечку. Я лучше просто посижу, передохну, здоровье восстановлю. И сейчас посмотрим, что там с вершиной. Наверное, мне уже уходить придется отсюда. Так.
Мертвый кобальт. А, вот и карта. Ворота вершины, таверна бурлящий котел. То есть там мы... Ну ладно, давайте мы быстренько закончим свою миссию. Жесткую. Так, значит, умри. Они принесут мне победу. Нет, в окружении нам не надо. Нам надо вот сюда. По одному их или хотя бы по два встречать. Беги, или умрешь. Вот этого в халате. Ну, белого, в смысле, усатого. Боги принесут мне победу. Но тут все-таки сзади они не зайдут. Ай, ты падла. Давай, 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 работай своим топором. Так медленно ты делаешь это. Хаотичный, злонамеренный. То есть все как надо. Никакой-никакой опыт. Отлично. Жалко, что лута не после себя не оставляют. Я бы его брал. Или оставляют? Нет. Так, все отлично. Здесь зачистили. Пошли дальше смотреть. Может быть, зачистим сейчас... А, мэрию не получится зачистить. Там 4 стражника. Можно, конечно, попробовать. Блин. Давайте сохранюсь и попробую зайти. Что-то сделать со стражниками. Так, а что с ними можно сделать? Стражник вершины. С ними можно что-то сделать только в проеме, потому что встречать их сразу куча, это жестко. Так, ну как-то... Приветствую! Привет. Отлично, еще и 135 опыта. Так, этот процесс надо сохранить. Если что, мы здесь сможем уйти. Отлично, блядь, ну мы тоже хорошо так пропускаем. Давай, давай, ударь его еще раз, и нормально будет. Блин. Ну сейчас он по нам попадет. Нет, тогда мы. Давай, попадай. Хорошо. Так, пожалуй, бухнем. Стражник вершины тяжело ранен, странно. Ты. Хорошо. Они такие уж они и сильные, я тут вообще боялся их как огня. Ай, блин, вот этого плохо, надо попадать сейчас, иначе умрем. Я спарю тебе брюхо! Хорошо, это хорошо. Так, придется еще, наверное, зелиться выпить. К бою! Ты. Умри. Ну вот, по 135 опыта считайте, нормально. Так, а есть где передохнуть? Ну, в принципе, все, можем начать месиво. Ловить здесь больше нечего. А, вот это мы сейчас продадим мясо, все дерьмо. Только кузнеца трогать не будем, мы с ней еще будем торговать. Кузнец там один в домике сидит. Так, привет. Приветствую. А, до свидания. На. Я тору тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Нормальный наш орк, жесткий парень. Жесть, сука. Разозлили вы меня все здесь, дебилы. На. Че пялишься? Держи в голову. По 27 опыта? Ну, как-никак, все равно. Ах ты. В принципе, скоро, скоро. Апнемся. Ах ты, зараза, ударила меня. Кританули на 40. Так, тяжело ранен, ну, я тебе помогу сейчас. Чтоб не мучился. Так, и еще один. Че ты, куда ты пятишься, шкеришься? Они, смотрите, драться начал. Дебилушка, что ли? Беги нахер, пока можешь. Ну, значит, не можешь. Так, и только дети меня любят до сих пор. Мальчик, он бегает. Ля-ля-ля-ля-ля. Дядя всех убивает. Ля-ля-ля. Мне похеру. Пустая бутыль из-под вина. А, это мэровская. Ну, детей, по-моему, нельзя нахерачить. Да, ему похеру. Здесь детей убивать нельзя. Разработчики были немножко толерантны в этом плане и решили детей не трогать. Ну, наверное, правильно. Это, по-моему, в Скайриме такая же фигня, там детей нельзя убивать. А и, ну, там есть, по-моему, мод, когда можно. То есть ставишь модификацию, и всех можешь развалить. Так, вот здесь стражники. Раз, два и три стражника, да.
под окружение возьмут, тоже мало не покажется. Там еще собаки. Давайте попробуем. Он очень трудный, его хер завалишь, наверное. Сейчас те подтянутся, да? Нет, он не видит. Ах ты сука! Так, что же сделать-то? Попробовать полечиться. Быстро только, пожалуйста. Отлично! Отлично! Блин, но у меня ни аптечек, ни хера не осталось уже. Ой, куча камней. Так, а эти стражники, наверное, тоже. Нет, они просто испытывающие. Давайте тогда повысим уровень. Варвар, да. А, дисциплина. Что там, кульбит? Ну, раз уж я начал кульбит учить. То давайте дальше его и учить. Так, о, отлично. Так, бдительность, бой двумя руками, великая стойкость. Что такое дает стойкость? А, это спас-бросок. Головорез. Головорез. А, получает плюс 2 инициативу на убеждение. Нет, грязная борьба. Плюс 2 атаки. Персонаж познает жестокую эффективную тактику ведения боя. Жертвуя способностью осуществлять все иные виды атак, в течение раунда персонаж может выбрать применение умения «Грязная борьба», которая... В режиме боя. А, не может быть использован с навыком «Мощная атака», тогда не надо. Волненосные рефлексы, тяжелая броня, кстати, можно, экзотическая броня, раскол, раскол. Сила 13, мощная атака, великий раскол. Особенности. Убивает оппонента, получает свободные атаки против... А, это хорошая вещь, кстати. Это когда вот тебя окружают, ты можешь сразу двинуть еще одному после убийства от другого. Улучшенная мощная атака. Школа... Вот школа оружия бы тоже выучить, на топоре бы сконцентрироваться. Один не выбран, но используем данный навык. Может быть, выбран многократно, эффекты не накапливаются. Применяется каждый раз к новому оружию. То есть, персонаж, обладающий данным навыком, имеет особые навыки во владении определенным оружием, получаем плюс 1 атака. Хорошая вещь, конечно, но, блин, я, наверное, все-таки сейчас выучу. А что он предлагает? Раскол, ну правильно, я тоже бы раскол взял. Очень полезная вещь для варвара в окружении убивать. Так, оставим, короче, только кузнеца в живых, да? Держать. Ох, кританули неплохо. Стражник этот пока курит. Держи. А, вот он, раскол сработал, видите? Быстренько ударил его. Свободная атака. О, неплохо критуем, неплохо. По 180. Отлично, мы так быстренько будем апаться. Это мне нравится, нравится, да. Потом нам будет легче. Все, короче, уходим. Делов мы тут натворили. Просто жесть, конечно, наш варвар. Мне аж погано как-то немного становится после этого. Но что теперь сделаешь? Так, давайте сохранимся предварительно на... Ой, это Фрэнк, это этот, мы Neverwinter проходили, да? Остался у меня еще то сохранение. Да, сохраните на единицу. Ну, пошли тогда. Наконец-то на выход. Так, сейчас я кое-что гляну, секунду, друзья, отвлекусь чуть-чуть. Да. Смотрю просто, сколько снимаем. К сожалению, в полноэкранном режиме я не могу свернуть игру, чтобы посмотреть на программе на бандиками, сколько я там... Снимаю. Приходится просто по таймеру смотреть. Так, торговые караваны. Городские ворота вершины. Дом Блейка. Караван гадалки Даншаи. Фермерские ворота вершины. Старая фирма у вершины. Ну понятно, здесь еще есть места, короче. Что ты себя представляешь? Испытывающий, понятно. Так, ребята. Раненые. Наверное, тоже нападение кобальдов, да? Стоянка караванов. Стоянка караванов. Посетителям просьба докладывать в общий зал. 79 дней с последнего вторжения. Кто-то зачеркнул эту строку. Ворчание, бормотание. Не обращайте на него внимания. Мой брат немного говорит. Особенно сегодня, когда все мы так испуганы этой позасовкой. Когда ты мне что-нибудь скажи. Да? Слушаю. Привет, громадина. Осторожно, смотри, куда идешь. У нас тут одни полурослики. Мы вечно под ноги попадаемся. По крайней мере, так всегда говорят громадины. Громадины? О, ну вы знаете, громадины, высокий народ, вроде вас, не обижайтесь. Ворчание, бормотание. Не обращайте внимания, брат, это вроде бы из приличных. Этот вроде бы, то есть это я из приличных. А что, у твоего брата проблемы с высокими людьми? Не обращайте на него внимания, у него был сложный день. У всех у нас был сложный день, если говорить честно. Ты кто? Фуртон меня зовут. Ворчание, бормотание. А это мой брат Бигрен, Бирген. Он у нас молчун. Вопросы хочу задать. Вам лучше бы поговорить с Катрианой. Она ведет караван, знаете ли. Но вы можете спросить меня все, что хотите. Так, это караван полуросликов, так что ли?
В нем нет ничего необычного. Могу побиться об заклад, он ничем не отличается от других караванов, которые здесь останавливались. Ну что ж, ладно, наверное, он меньше, это правда. По мне, такой больше похож на бродяг. Может и так. Нет никаких причин, по которым мы не можем в то же самое время быть торговцами. Борчание, бормотание. Верно, как говорит мой брат, громадины всегда считают нас шайкой воришек, так что если мы будем торговать, нас просто нигде не примут. А разве вы не шайка воров? Фу, какая гадость, как вы можете так говорить? Конечно нет. И куда вы направляетесь? Думаю, на восток, через пустыню Анаврок. Но думаю, только после того, как все вылечатся. Кто главный? Катриана, конечно. Идите, поговорите с ней, если хотите. Ладно, я пошел. Ториас. А где Катриана-то? А, вот она. Тебе что-нибудь нужно? У меня нет времени болтать. Моим милым нужен уход. Так. У меня нет времени болтать. Моим милым вашим товарищам. Вы что, в партии состоите? Вы шутите, верно? Я имею в виду, что эти ребята мои друзья, такие же обычные, как и рабочие из каравана. Их ранили эти проклятые хитрые кобальды, и это означает, что мы не тронемся с места, пока все не поправятся. А почему бы не обратиться к клерику? Пара исцеляющих заклинаний, они здоровы. Нет сомнения, не сомневаюсь, что этот клерик высокого народа из вершины и без нас очень занят. Кроме того, у меня нет денег, чтобы заплатить за заклинания. Ты кто? Катарина меня зовут, я веду караван. А что, вы кто? Так, зови меня просто тупой. Тупой, да? Ну, так что вам от меня, собственно, нужно, тупой? А то у меня дел по горло, как видите. Мне было бы приятно помочь такой славной девушке-полурослику. Нахрен. Я вопрос хочу задать. Только очень быстро. Так, вы говорите, что ведете караван? Да, как и мой дедушка, как и его мать. А что, вам это кажется странным? Что за караван? Ну, мы торгуем, ездим от деревушки к деревушке, по всем серебряным пределам. Иногда мы заходим далеко на запад. Правда, после того, как в Невервинтере началась эпидемия, этого уже не бывает. По большей части мы путешествуем, но и торгуем тоже достаточно. Так что, смею сказать, нам почти везде рады. Ничего не продаете? Не сейчас. Мы пришли в вершину за продовольствием, а кобальды утащили большую часть того, что мы запасли. Грустный день, правда? Так, а куда вы собираетесь направиться? Я думаю, мы попытаемся пересечь пустыню Анаврок. Товары с востока всегда очень хорошо продаются, когда мы идем по этой дороге. А к вам я могу присоединиться? Нам всегда нужны охранники, так что не знаю, почему бы и нет. Но мы никуда не пойдем, пока все не выздоровеют. Попробуйте зайти позже, тогда я буду уже точно знать, какие у нас планы. Денег у вас, наверное, куры не клюют. В последнее время нет, но так уж всегда бывает, когда торгуешь на севере. Еще вопросы. Так, что случилось? Ну, это понятно. Нас атаковали кобальды, вполне обычное явление, правда? Они появились из ниоткуда и попытались ограбить нас. Ничего важного они не унесли, хотя... Нет, это не совсем так. Они забрали карты Дашнаи. Как это и не печально. Кто такая Дашная? Наша предсказательница. Она зарабатывает кое-какие деньги в деревнях, в которых мы останавливаемся. В ее семье эти карты были несколько поколений. Очень грустно, что мы потеряли их. Если вы найдете их, мы, конечно, будем очень рады получить эти карты назад. Квест получили. Мы бы даже выплатили вам вознаграждение. Правда, я ни на что не надеюсь. Бьюсь об заклад, эти кобальды давным-давно убежали. Знает кто-нибудь, куда они ушли? Ториас может что-то знать. Он погнался за дыню. Возможно, вам стоит с ним поговорить. Тогда мне пора. Ториас. Приятно видеть вас. Эгей, у тебя случайно нет ромовой сигары? Ромового чего? Ну-ка, нет. А если бы и да, то у меня не было бы желать отдавать это всяким полуросликам. Ну понятно, я пристрастился к ним во мне. Видишь ли, недавно они у меня кончились. Ужасно, мрачные дни мне предстоят, боюсь. Простите мне мои манеры, сэр. Меня зовут Ториас, а вы? Я особа, которая не считает, что тебе к его надо как-то обращаться, господи. О, понимаю, вы мужчина-загадка, да? Ясно, ты педик, что ли? Блин, такие слова. Может ли Ториас чем-нибудь помочь вам сегодня? А может просто прикалывается? Так, что случилось с кобальдами, которые напали на вас? В отличие от всех остальных кобальдов, которые убежали из вершины через ворота, эти убежали на север к старой ферме. Я пошел за ними, но не осмелился войти, потому что был один. Некоторые из них спрыгнули в реку на востоке, но другие наверняка еще там. Не знаю, может они какие вещи у нас стащили. Так, я, пожалуй, собираюсь сходить туда. Хотите присоединиться ко мне? Увы, я не могу, мне нужно остаться с товарищами, пока им не станет лучше, так что у меня не будет никаких приключений. Если вы подумываете о том, чтобы пойти туда, я советую вам сперва поговорить с Катрианой, возможно, у меня будет к вам просьба, в остальном удачи. Так,
Значит, когда спросили о кобальдах, снаряжение, Торис упомянул, что они убежали на север, заброшенную ферму. Прыгнули в реку. Торис понял, что некоторые все еще могут быть на ферме. Понятно, короче, куда двигаться нам. Тогда давайте этим и займемся. Этот караван нам трогать не нужно, потому что, насколько я помню, мы с ними отправимся потом в пустыню. То есть они наш ключик. И здесь, наверное, тоже убивать никого не надо. Вот если я стражника убью, остальные нападут, да? Так, я же сохранился, ну да. Вот теперь я зол. А может и нормально все будет. Ах ты, сука! Блин, вот мощную атаку может рубить, но я промажу. Ну, чувак, ты сейчас сдохнешь. Отлично. Ну, вроде нет, вроде нормально. Блин, придется еще немного отсидеться. По 180 очков загребаем. Вот, ребята, если хотите поманчкинить, что называется, да, опыта там набрать, то становитесь злодеями. Просто убивайте всего, что шевелится. Как раз хаотичный, как раз злонамеренный. То есть сделаем, что хотим, не думая о последствиях. Хорошо, отдых завершен. Там какой-то чувак. С Зарен. Приветствую. Проклятый день и проклятый ветер никак не успокоятся. Закончится когда-нибудь этот невыносимый холод? Как вообще в таких условиях может существовать цивилизация? Если вам это не нравится, заткнитесь и убирайтесь. Хотелось бы мне, чтобы на этом самом... чтобы это на самом деле было так просто. Мне бы ничего так не хотелось, как вернуться домой, в Эл-Табар, где температура более приемлемая. И времена, годы сменяют друг друга как положено. Но никто не говорит «нет», если получает приказ от Тарчиона Дмитры Флас, если, конечно, хочет остаться в живых. Итак, судя по вашим грубым манерам, можно предположить, что вы проходите обучение у Дрогона. Полагаю, вы тупой, варвар. Откуда обо мне знаешь? Люди в городке при мне разговаривали между собой и очень точно описали вашу внешность. Собственно, это из их слов мне стало известно, что вы, подобно Дрогону, собираетесь отправиться на поиски приключений. И мне показалось, что имеет смысл взглянуть на вас, прежде чем покидать город. Возможно, мы могли бы обсудить нечто выгодное нам обоим. Что? Меня зовут Зарен, и я волшебник из Тея. Ну, Тей. И, честно говоря, если этого заявления недостаточно, чтобы заставить вас повернуться и уйти, я могу сказать, что это отличное начало. Красный волшебник в вершине, убирайтесь, не то я уничтожу вас. Красные волшебники считаются злой организацией, насколько я знаю. Вроде бы. Короче, их не жалуют. А зачем мне уходить? А вы никогда не слышали о красных волшебниках Тея, о том, какие мы злобные негодяи, которые продают душу демонам в обмен на власть? А и чему они вас учат в этих школах для искателей приключений? Что ж, это свежий подход, но все же он немного меня пугает. Я не могу рассудить вас, пока не узнаю больше. То самое отношение, которое мне так отчаянно нужно. До сего момента мне не удавалось встретить ничего, кроме предрассудков и возмутительного отсутствия вежливости. Моя госпожа, леди Дмитра Флас Тарчон, Эльдбара, много трудилась, чтобы добиться прекращения внутренних распри в Тае, а также изматывающих и дорогостоящих войн Тая с соседями. И вы думаете, я в это поверю? Пожалуйста, не сочтите, что она действует из чистого альтруизма. Тайцы в жизни ценят две вещи – золото и власть. Часть ее плана – показать другим правителям нашей страны, сколь многого можно достичь миром. Тай начал учреждать магические анклавы в городах по всему Фаеруну. В этих анклавах магические предметы... Да ёб твою мать, сейчас секунду, друзья, упала нахер. В этих анклавах магические предметы самых разных сортов продаются всем, у кого есть деньги. До сих пор анклавы действовали очень успешно, и престиж леди Флас рос. Переходите сразу к делу. Чем можете меня заинтересовать? Вы так нетерпеливы, тогда я постараюсь говорить покороче. Местный мэр недальновиден и запрещает мне основывать анклав в вершине. Ой, блин, а я его замочил. А мы надеялись хорошо зарекомендовать себе здесь, в серебряных пределах, и потом начать расширяться дальше. Поскольку вы учитесь у Дрогона, с вашим мнением здесь считаются. Я надеюсь, что вы попытаетесь убедить мэра, что мое присутствие здесь для него только выгодно. Боюсь, что мэр больше не прислушивается к моим советам. Да будет так. Спасибо вам за то, что попытались помочь мне. Вы словно свежий ветер в городе, утонувшем в болоте предубеждений. Удачи вам, тупой. Я дару тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Блин, ничего не понял. Так, анклав Тая. Сайрен Кайлан Тая попросил вас использовать ваше влияние мэра, чтобы помочь создать тайский анклав. Вы смогли
остановить царя, чтобы тот не возил припасы рабов и стражу. Хер его знает, короче, чё. Вроде выполнили какое-то задание, не успев его толком взять. Но я реально, я как бы поговорил с мэром, его нету. Я его снес. Еще и полтинник получили. Я не буду сносить такую дерзость. Чуман этот город. Пока телепортировался. Мы ему увалили слегка. Но не успели, конечно. Так, кто там? Ой, стражник, капитан. Привратник. Ой-ой-ой. Ну, с ним, наверное, надо будет побеседовать. Городские ворота он охраняет. Ну, мы его убьем, конечно, потом. Так. Нора Блейк, пожалуйста, вы должны помочь мне. О, отлично, помочь, я люблю помогать. Помогите мне, кто-нибудь помогите. О, тупой, слава богам, что вы здесь, вы должны помочь мне, умоляю. Кобальды напали на мой дом. Мы с Адамом были еще в постели, когда они ворвались в комнату. Мы вылезли из окна, он помог мне спуститься, а сам вернулся к парадной двери. Он пошел за крошкой Тинаном. Тинаном, но не вернулся. Тинану всего 2 месяца. О, пожалуйста, тупой, вы должны спасти их. Так. У меня своих проблем хватает, а почему бы вам самой их не спасти? Но, вас же учили таким вещам. Меня же там убьют. Пожалуйста, не будьте так жестоки, спасите мою семью. Нет, до свидания. Прежде чем стану что-нибудь делать, давайте обсудим оплату. Плата? Возможно, моему мужу и ребенку оставалось жить всего несколько секунд. Может быть, они уже мертвы. Бегите, пожалуйста. О, вознаграждение. О вознаграждении договоримся, но сейчас поторопитесь. Нет, до свидания. О, мужчина, вы так жестоки. Не думайте, что никто не узнает о вашей трусости. Если мой любимый и мой регион погибнут, ваше имя будут проклинать все жители этого города. Как будто я виноват, знаешь, что они напали. Дневник. А чё, всё, задание выполнено? А Нора Блэк в отчаянии, потому что ее семья в опасности. Кобальды вторглись в ее дом, где в западне оказались ее муж и маленький ребенок. Она хочет, чтобы кто-нибудь прошел и спас их. Норе было отказано в помощи. Да ладно, и чё, сразу квест на этом зашел? Завершился. Разве я не могу зайти и помочь? Иди сюда, крошка. Крошка-енот. На, нахер. А, еще один. Блин, жалко, свободная атака не прошла. На! Отлично. Так. Это кто? Ой, труп Адама Блейка. Лежит на полу в его доме несколько раз пронзено мечами кобальдов. Ладно, пойдемте, может, ребенка найдем. А, кобальд-разбойник. Ага, он у нас такой нормальный пацан, да? Может, договоримся? Вообще, я не люблю договариваться, я люблю убивать всех. Ип-ип, мой украсть мелкий детеныш, уродский мужчина, полуорк. Теперь мой команду и твоя, и-ип. Если ты убьешь ребенка, мне придется убить тебя. Ну уж нет, Ип, кобальт любят детки, твоя тоже любить. Если твоя хотеть детку, Ип, твоя дать моя взамен хорошенький блестючий камень. Ип, моя видеть человеку внизу иметь хорошая блестючка. Твоя пойти давать его моя. Ип. Блин, а... Хорошо, ну вот, выхватит ребенка у кобальда. Попробуем. Провал. Сука. Ип, ты глупый, не делай так еще, Ип. Не то моя кушать, детка. Сначала я убью тебя, сука. Ип, нет, моя убивать вас обоих. Че? Ребенок был убит, сука. Ну ладно. Пидорас. Я сейчас мощную атаку включу и вынесу тебя. Ну включайся. Блин, ну пока попаду, конечно. Блин, вот падла. О, 20-й, отлично. Ага, все, ребенка нет, да? А труп ребенка есть? Я бы его отнес. Да, конечно, жестко. Не помогли нихера. А, ну вот, спасите мою семью. Хочется, чтобы я пошел. К сожалению, ребенок погиб при попытке спасения. Норе еще предстоит об этом узнать. Бу-бу-бу-бу-бу, какие же мы жестокие твари. Ведь было несколько возможностей, по-моему, спасти, насколько я помню. Но... Такие мы упыри. Я сам себя уже охеревать начинаю. Сейчас она будет... А, что ж вы сделали? Нет, убейте меня. Где они? Где Адам и Тинан? Вы нашли их? Вы были не так уж привязаны к своей семье, да? Плачет. Нет, 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 боги, не говорите, что они мертвы. Нет, я не могу это вынести. Смерть, забери меня, забери всех нас. Давайте посмотрим, куда она побежит хоть. А, нет, все. Да. Вот так вот. Не успел я ее убить. Так, а тут кто у нас сидит? А, понятно, никто.
Тогда мы сами зайдем, посмотрим, что здесь интересного. Коробочка открыта-закрыта. Медное ожерелье, ну нормально. Так, короче, очень херовый из нас герой получается. Мы только вредим, походу, всем. Мало того, что гоблины пришли, напали. Ой, мальчики. Ой, а уже день, отлично, наконец-то день. Мало того, что гоблины пришли, напали на всех, так мы тут еще и жестим сами. Так. Собачка. А что за собачка? Просто пес какой-то, да? Привет, пес. Собака сказала, ну я объясню, да ты охерела. Блять, стражник. Мне же с ним поговорить, наверное, надо было. Ох ты, сука. Ну да, ожидаемо. Такие вопли у него жесткие, конечно. Ой, так, ладно, в общем-то, наш следующий шаг — сходить на ферму. На ферму, вот на эту, старая ферма у вершины, и забрать эти карты у этих кобальдов, попробовать, по крайней мере. Опять не накосячить, конечно. Тут мы просто уже вообще охеренные герои. Вот, а на этом я, друзья, предлагаю серию закончить. Большое спасибо, что смотрели, надеюсь, вам все нравится. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всего вам самого хорошего и до встречи, друзья, пока.